Мы с вами, друзья, внутри компании, куда пришел по делу. Вот вы видите, как люди сидят в компаниях. Тебя можно показывать? Так, второй день работает. Третий день, он уже сбился со счета. Работает Ян, который когда-то, друзья... А у нас с тобой есть фильм, как мы у тебя дома сидим. Да, значит, Ян, который когда-то жил в Молдавии, но уже много-много лет живет тут. Учился у нас, бог знает, почти 20 лет назад. Правда? В 98-м, 99-м. Такого плана, да. Давно было дело. Это мы проходим через ряды такие кухонные. А вас много тут работает? 16? 60. А, 60. А то столько горчицы тут у вас. И, я думаю, куда столько горчицы-то? Так. Ну, то есть, ой, это, можно сказать, сироп. Я думаю, выпивка. Это сироп, друзья, это сиропы. Так, идем. А? Представьте себе, друзья, попадаешь в такое место, где никто не говорит, ты что тут с камерой ходишь, а говорят, да снимайте на здоровье. Вот. Ты прям как у Кульмана стоишь, знаешь? Ну да. Сейчас такие мониторы, как когда-то Кульманы были по размерам. Так. А я двигаюсь к начальнику кадров. Он мне обещал дать свою визитную карточку. Вот смотрите, друзья, поскольку Ян только начал работать, ему вот шампанского поставили. Такое, мне кажется, даже при приличной фирме. Что там? Да. Денег не жалеют. Не жалеют? То есть есть бабульки? Да. Хорошо, да, хорошо. Вот. Ладно, не будем, на мониторах не снимаем. Спасибо. Это все секретная информация. Слушай, при входе я подписал какой-то non-disclosure. NDA. NDA, да. Вот. Что вот никому снимать ничего не расскажу, хотя можно снимать. Да. И вот оттуда мы пришли, а там у вас типа кухоньки получается, да? Вы смотри, на шариках таких, на мячиках девчонки сидят. Хорошо. Удобно на шариках? Не пробовал? Да. Мне очень понравился вот антураж, знаешь? Антураж очень симпатичный. А? Да. Ну я не буду у них ничего есть. Кофе я выпил, так. Вот мешки, друзья, там... Кому делать нечего, может, на мешках? Нет, где? Там, на мешках. А велосипеды это люди свои принесли? Да, или? Ребята приезжают. А, то есть не то, что выдают там? Нет, два от компании каких-то, но их можно кататься. Так, ну игра тоже тут от компании? Вон слушай, бильярд. Действительно, они бильярд играют? А вон пинг-понг. А когда же тестировать-то? Как тестировать? Да. Ладно, я... Ребята, уезжаю домой.